Добрый вечер, дорогие друзья! Вы на канале питомника Марини Стик. Сегодня 30 декабря 2021 года. Часиков в 9 вечера проснулась наша Даша. Вышла, я слышала, как она хрустела здесь сухим кормом. Яблочко не пробовала. Василий по-прежнему спит. Дарья бегала в колесике. Как вы видите, я сначала попыталась тихонечко, не включая подсветку, сделать видео, как она бегает в колесике. Но Даша меня услышала, когда я включила подсветку, она сразу побежала и спряталась в свой пледик, в свой домик. И пыхтит, фурчит, на меня там дуется. Василий у нас под пледиком, да, Дашка злится на меня, злится, что я ее побеспокоила. Ну, сегодня еще только, можно сказать, первые сутки, как Даша живет вместе с нами. Она еще только привыкает. Разница между поведением Даши и Василия очевидна. Даша более подвижная. Она вчера самостоятельно тоже проснулась и кушала, и бегала в колесике. Василий вытащился из своего укрытия только поздно-поздно вечером. Это если не считать того, что я их принудительно тут для видеосъемки будила и доставала из пледика. Поэтому, может быть, это связано с тем, что Васька у нас еще маленький по возрасту, Дашенька намного его старше. Может быть, это связано с тем, что ну, у Васи вообще такой контактный достаточно характер. Я не знаю, как-то вот он не пыхтел сразу, когда к нам приехал, сразу сам шел на ручки, но у заводчика, где мы покупали Ваську, мы, собственно говоря, выбрали его не только по внешним данным, но и по характеру, то есть он сразу был такой, ну, как сказать, контактный, в отличие от своих собратьев. А Даша девочка постарше, запахи новые, она уже, видимо, понимает, что мы новый для нее дом, возможно, он небезопасен, поэтому она старается как-то от нас обороняться, это вполне себе естественно и нормально. Дашеньке уже 3,5 месяца, и, собственно говоря, она 3,5 месяца прожила в другом доме, с другими звуками, с другими запахами. Я вот даже не знаю, может быть, стоит оставлять ей подсветку, приучать ее. Ежик ночное животное, зрение у ежа, вообще у любого, плохое. И яркие свет и подсветки, они наоборот как бы мешают, раздражают его глаза. Но как-то ее приучать к рукам надо, и к тому, что я подхожу, включаю подсветку, иначе у меня просто не получится никакой видеосъемки. Общаться с ней тоже как-то надо начинать. Поэтому я периодически стараюсь подходить и как-то вот с ней рядом стоя разговаривать с вами, дорогие друзья, снимать ее на видео, включать подсветку. Ну, возможно, это поможет побыстрее привыкнуть Даше к новому дому. Не стараюсь делать это часто. Я слышала уже давно, как она проснулась, как она вышла и хрустела сухим кормом. Я специально не подходила и не включала свет, так как я знаю ее вот эту реакцию. Она сразу перестанет кушать и, собственно говоря, начнет прятаться. Я хотела, наоборот, застать ее в бодром настроении. Что я и сделала. Она покушала и бегала в колесике. Но как только я включила подсветку и подошла ближе, все, она у нас спряталась. И фырчит. А Васька вот там. Васёк, уходи. Меня очень радует то, что они не дрались, не ругались. Васенька, ой, скажи, да дайте мне поспать. Две попки. Дайте мне поспать. А Васек спит и спит. Я не знаю, встает он очень поздно на самом деле. В отличие от Даши. Я не знаю, почему так у них происходит. Такой разный у них ритм жизни. Несмотря на то, что
Сегодня вот в 7 утра они тут еще бодрствовали и активничали. Вот когда я уже встала и включила подсветку, тогда они убежали, скрылись в свой пледик. А до этого времени они тут делили колесо, поэтому сегодня у нас два колеса. Хватит боякаться-то, хватит боякаться. Видишь, тебя никто же не обижает. И я тебя не будила, между прочим, ты сама тут вполне себе проснулась. Пыхтит, пыхтит. Но мы не торопимся, времени у нас много. Я вчера смотрела кино, документальный фильм про жизнь ежика в живой природе, где было показано то, что ежики с удовольствием едят зрелые, спелые, сочные яблочки. И им они очень даже нравятся. Поэтому я предложила нашим ежикам кусочек яблочка. Конечно, сейчас декабрь, но у нас не импортные яблоки, у нас все-таки, так скажем, более-менее такие безопасные для ежика. И мне очень хочется посмотреть, будут ли мои ежики пробовать яблочко. Ну, просто в качестве разнообразия их рациона. В том самом фильме, который я смотрела о жизни ежиков, ежик подходил и просто кусал, откусывал кусочки от целого яблока. То есть ему... Вася там вообще закапался, попкой к нам повернулся. То есть никто ему яблочко не резал, не крошил никоим образом. Он просто самостоятельно откусывал кусочки и кушал. А я твой носик вижу. Спряталась она от меня. Ну, не буду больше беспокоить Дашку. Конечно, мне очень интересно и хочется за ними понаблюдать. Конечно, мне хочется, чтобы Дарья скорее привыкла к нашему дому и не боялась. Конечно, мне хочется, чтобы Вася стал такой же активный. Насчет имени Яша основная масса друзей и подписчиков нашего канала написала, они за имя Василий, так как они к нему привыкли и как бы хотят, чтобы Вася остался Васей, а не Яшей. Вот. Но с Яшей, я надеюсь, мы завтра увидимся в предновогоднем поздравлении. Вас, дорогие друзья, на канале нашего питомника. Поэтому, если вам интересно еще раз посмотреть на Яшу и на его братьев, оставайтесь с нами. Увидимся в новых видео. Еще раз с наступающим вас Новым годом. 2022 годом тигра. И до новых встреч. Всем пока-пока. До завтра.